ночи гуляет. Сыч такой прогулочный. Да? Где-то там. Привет. Заходите. Что там? Да я тебя потрогаю. Вот сыдик прогулочный чешется. Все, я закрываю тебе окошко. Гуляй. Ты не пошел гулять? Лучик. Скажи, я не хочу. Ой. Что вот это было такое? Давай. Нет, не летишь? Ты чего по утрам такой злой? Не, ну тут все злые по утрам. Но ты прям особенно. Да? Ай! Ай-ай! Кусай свои игрушки, да. Вон, смотри. Тащи кальмара внутрь. Я тебе выход забаррикадировал. Или вход. Чего? Как у вас тут? Скажи, ночью холодает. У всех окна пооткрывали, теперь честный сыч должен мерзнуть. Ну, на самом деле, тут вечером как бы 25-27 на закате, когда солнышко подогревает. А сейчас утром 20 градусов. Потому что окошки в вольерах. Приоткрыты. Хотя у Кутуши я вчера дверь закрыла, окошко открыла. Вот. В общем. Ну, вчера что-то прям холодно было. Ночью. Вот, и поэтому у вас-то как? Вы гулять ходили? Я вас вчера не смотрела. Да? Ой, морг-морг. Семафорит, трунь. А ты что? Ой, какой ты страшный. Пш. Штырик. Иди со мной. Ко мне. Вот. И так не страшная сова. Вполне себе сова, да? Держись. Бесит, скажи. Давай обратно садись. Вот. Вот. В общем, они гуляют все в вольере ночью. Судя по какашкам, очень хорошо так гуляют. Всю ночь. Да? А ты меня тут караулил? Лучик выяснил, что за этой дверью, ой, сидят сплюшки. И теперь все время караулит, когда я к ним захожу, потому что он тоже хочет к сплюшкам, чтобы отдать им тумаков. Да, Лучик? Вот. Луч. Иглоукалывание утреннее. Прямо по макушечке. Очень негодует, если я к ним хожу. Потому что чё это я к этим мерзким, противным, маленьким совам, которые не сычи хожу. Вот. Причем к Чучундре он не ревнует. Ну, Кутуша так, он к Кутуше хочет зайти, но к сплюшкам прям вообще. То есть сплюшки у него прям объект
объект такой. Догнать и покусать, и побить, да? Все. Она быстрее плывет. И ветром не сильно. Два раза прыгнула, что? Нет, а мы с Кирой уже приезжали много раз катать. Что-то назад тяжелее грести. Да, я побыстрее отсидела. А я тебя посерьезнее. И так и поплавали. С сутятами закошмарила там. Поплавали. Скоро чата выглядывают, скоро вылетят. Все, вырастили мы. Вон они, хитрые лица. Я переживала, что вдруг вылезти не смогут. Не, все у них получится. Буквально, наверное, сегодня-завтра они все уже вылетят. Это какие-то поздние. Окрестные все скворчата уже вылетели неделю как. А вот эти у нас припозднились. Остальным-то, да, и что-нибудь? Какие там ухи торчат? Рожка. Иди сюда. Иди сюда. Кто там? Кошка-морошка. Все, там твое место.